Неспокойно все в нашем с вами шоу-бизнесе. В последнее время появляется все больше обсуждений на тему того, что самая крепкая и самая примерная светская пара Арман Кунырбаев и Аша Матай переживают не самое лучшее время. Супруги относительно недавно отписались друг от друга в Инстаграм и перестали выкладывать совместные фото. Хотя до этого подобные посты появлялись с завидным постоянством. Мы решили узнать у них напрямую, что, собственно, происходит. Алло. Алло, Арман, здравствуйте. Меня зовут Алена, я редактор новостей на телеканале Гаку. У меня есть вопрос. В последнее время начали ходить слухи о том, что у вас с Сашей какие-то проблемы, вы отписались друг от друга в Инстаграм. Вы как-нибудь можете это прокомментировать? Можно я не буду комментировать? На любой другой вопрос готов ответить, но про личную жизнь я не хочу. Подтверждать активно курсирующие слухи Арман не стал, но почему-то и не опроверг. Означает ли это, что в раю действительно неполадки? Тем более, что многие пользователи Казнета уже решили, эта пара рассталась. Впрочем, мы, в свою очередь, не беремся ничего утверждать, лишь будем ждать официальных заявлений.